Приветствую вас. Во-первых, хочется сказать, что вот в какой-то степени, и вам будет сложно это признать, что в силу возраста, может быть, в силу физиологии, и совершенно точно в силу ваших чувств, у вас есть желание. Обычное желание интимных отношений, как у любого физически здорового человека, особенно молодого человека, 19 лет, это нормально. И смею предположить, что 19 лет это желание очень сильно. Особенно у мужчин. И смею предположить, что это желание особенно слабо, как правило, у женщин приблизительно того же возраста. У мужчин идет так, что с течением времени желание затухает, у женщин это идет так, как правило, что с возрастом это желание увеличивается. Из-за этого возникают порой казусы, конфликты, вот. Но первое, что вам нужно признать, это то, что это желание есть. И не обесценивать его у себя, как вы это делаете, а честно сказать вашей девушке, что это желание есть, что оно у вас присутствует, что вы его чувствуете, что оно сильно, вот. Сомнения у вашего партнера возникают не из-за того, что она говорит. То есть вам нужно учиться не воспринимать буквально то, что говорит вам ваша девушка. Нет, это не значит, что она вводит вас за нос, это не значит, что она пытается вас запутать, нет. Это значит скорее то, что женщина выражается больше символично, нежели чем формально. Вот. А мужчина, напротив, выражается больше формально, нежели чем символично. Это нужно понимать. Это нужно учитывать. Нужно учитывать и знать, в том числе, у вас такую особенность. Потому что она – это особенность. У вас так или иначе есть. И вы можете эту особенность или в себе отрицать, отвергать или принимать. Решать здесь, конечно, вам. Но первое, что необходимо сделать, это признать, что вот у вас такое желание есть, у вас такие чувства есть, вы хотите, как и любой нормальный человек, интимных отношений. Это нормально. То есть первое, что нужно знать, это первое, что нужно дать понять вашей девушке, то, что вы хотите перестать быть лучше. Пытаться быть лучше, чем вы есть. Пытаться быть больше, чем вы есть. Это первое, что нужно вам сделать. Это нелегко, но это первый шаг к искренности, первый шаг к доверию. Второе. Это честно признаться, в том числе и девушке, честно признаться в том,
А какое значение для вас вот эта вот история имеет? Честно в этом признаться. Признаться честно себе, признаться честно девушке, чтобы она и вы знали, чтобы вы оба знали, о чем конкретно идет речь. Чтобы вы оба понимали, про что здесь идет речь. Это второй момент. И вот уже когда эти два момента будут реализованы, вот уже тогда можно будет говорить о том, чтобы донести до девушки реальное значение для вас интимной жизни. Только тогда, никак иначе, никак по-другому. Понимаете, какая штука? Это вот очень важный момент, как мне кажется. Это очень важный аспект. Если вы будете подобно игнорировать, то девушка всегда будет испытывать недоверие к вам. Не потому, что вы ее обманываете, нет. А потому, что всегда будет чувствовать, что все немножечко не так, как вы пытаетесь показать. И в этом она права будет, потому что все действительно немножечко не так. Это нормально. У вас есть явно какой-то, знаете, пунктик относительно пикаперов. Вот. Как бы вы, ну вот у вас чувствуется вот некоторая такая обесценка, вот, ну, обесценка пикаперов, людей, которые, ну, ориентируются там, только вот на интимную сторону, да, интимную составляющую. Вот. Чувствуется, что у вас есть какая-то вот, ну, какая-то обесценивающая история здесь. Это прямо чувствуется. И я, конечно, это грустно, это очень грустно, потому что, ну, мы люди, наши, в принципе, желания как бы одинаковые, вот, все. Но если вы будете честны, если вы будете честным со своей девушкой, да, если вы будете честны с ней, то ситуация может стать лучше, гораздо лучше, чем она есть сейчас, И уж совершенно точно она будет лучше, если вы вот, ну, будете признавать какие-то вещи. Вот. Понимаете? Какой момент. Вот так вот все вот, ну, достаточно, я бы сказал, просто здесь. На самом деле все не совсем просто, на самом деле это не так легко, вот. Не так легко признаться, например, в том, что вы чего-то хотите, потому что образ ведь разрушает образ этот. Ну вот. Ну, ваш образ это разрушает. Но лучше все-таки признаться. Тогда и девушка будет проще, и вам будет проще. И отношения будут выстраивать вам легче со своей девушкой. В отношениях будет больше искренности, будет больше какой-то открытости, будет больше честности и так далее. И девушка будет легче. И вам будет легче.
Следующий шаг, который вот вам нужно, на мой взгляд, обратить внимание, да, следующий шаг. Это вопрос, связанный с, с обозначением границ. Границ того, чего хотите вы, и границ того, чего хочет девушка. Вот. То есть тут вот такой аспект тоже очень важен. Ну, вот. Не хочет девушка интимных отношений? Замечательно. Замечательно, пускай не хочет. Ничего страшного, что не хочет. Но если хотите вы, то об этом нужно ей сказать. Потом нужно сказать ей, что вы хотите. И как в этот момент этот вопрос решать. Вот. Решать можно этот вопрос по-разному, это уже больше, наверное, предмет для обсуждения непосредственно индивидуальной беседы, вот, терапевтической беседы больше, конечно, как мне кажется. Вот, я не думаю, что хорошо будет, если я сейчас начну об этом говорить. Я думаю, что про какие-то моменты вы вполне способны догадаться сами. Вот. Но тем не менее, я надеюсь, что вы о чем-то все же догадаетесь сами. Вот, я думаю, что это, я надеюсь, что это не так сложно, надеюсь, что это не так тяжело будет вам увидеть и понять. Вот. Вот как-то так. Такой какой-то ответ я могу вам дать. То есть это вопрос, скорее, вашей честности с собой. И девочка реагирует не столько на свою неготовность вступать в интимные отношения, что может быть вполне нормально и естественно для нее, а сколько она реагирует на то, что вы вот пытаетесь не быть собой в этой ситуации. Вот, а это же невозможно. Потому что вы человек, вы живой человек, и у вас вполне естественное желание. Понимаете, какая штука. Поэтому чем быстрее вы признаете наличие у себя каких-то моментов, вот, пускай эти моменты вам, там, например, не очень по душе, пускай эти моменты вам не нравятся и прочее, да, но если вы их признаете, если вы это признаете, то способ это улучшаться. Вот. Потому что, девушка, она будет реагировать именно вот на вашу честность, на вашу открытость, она будет реагировать. Она не будет реагировать на, там, грубо говоря, на ваше заверение, вот как вы пытаетесь это сделать. Вот. Еще один важный момент, на который я бы хотел обратить внимание ваше, пожалуй, это момент того, чтобы вы
старались девушку добиваться. Нет, вы, конечно, большой молодец, что добивалась девушку. Большой молодец, что таки ее добилась. Вот. Но здесь, на мой взгляд, важно четко достаточно понимать, что она для вас означает, что означает для вас девушка, что она значит для вас. Ну, вот. Потому что напрягать ее может еще вот и такая история, что вот, ну, чересчур большая значимость вот, ее для вас. Чересчур большая значимость. Может также несколько опугивать, может также несколько мешать. Вот. Поэтому это я бы вот тоже отдельным пунктом бы выделил, вот, и отдельным бы пунктом постарался бы обратить на это внимание ваш, вот, потому что, ну, это важно. Вот. Вот как-то так. И как-то так, я полагаю, можно вам ответить на вопрос, на ваш, который, ну, который вот вы собственно, задают. Последнее, это то, что девушка все-таки еще находится в подростковом возрасте. Вот, и, соответственно, могут быть какие-то у нее трудности, вот, могут быть какие-то сложности, могут быть у нее какие-то изменения, могут быть какие-то у нее страхи. Вот это нормально. Вот. То есть это все, ну, она еще вероятно не чувствует себя, вот, ну, как вот у нее может быть такой же, как у вас, в принципе, предвзятое отношение вот, к сексу и к интиму, к сожалению. То есть как вот как это, ну, как это бывает, да, это бывает так, что значит, это бывает так, что, ну, вот, человек, да, ну, вот у нас люди, допустим, они вот склонны либо что-то обесценивать очень сильно, вот, либо наоборот что-то очень идеализировать. Вот. И, как мне кажется, вот вы уходите в обесценку. И пытаетесь вот сказать, что вот, ну, что все, кто вот хочет секс, да, там, все, кто пытается там, не знаю, соблазнить и прочее, да, все это вот пикаперы, ну, вот, вообще очень плохие люди. Вот. Нет, на самом деле, нет, это абсолютно нормально. То есть вам бы не девушку забирать, да, вот, вам бы самому как бы вот с собой разобраться немного, да, и самому вот, ну, какие-то вещи для себя, может быть, понять, какие-то вещи для себя открыть, какие-то вещи для себя увидеть. Вот. Потому что вот, у вас у самого, ну, есть вот определенная такая, знаете, нечеткость, что ли. То есть вот, ну, чувствуется, это чувствуется.
вот счислиться, это вот не четкость такая достаточно. И это может быть, конечно, серьезной проблемой для обстоятельных отношений. Вот, партнер у нас часто выступает тем, кто отражает ну, наши значит, чувства. Вот, партнер это тот, кто отражает наши переживания и, соответственно, вот, девушка вполне может отражать то, что вы сами чувствуете. То есть такое вот подобное, ну, получается, что противоречие, да, подобное противоречие. Вот. И чтобы этого не было, вот как раз необходимо вам, ну, несколько вот, несколько более уверенно к себе относиться, вот, несколько уверенно, более уверенно относиться к своим потребностям, вот, к своим желаниям, вот, и тогда у вас появится, ну, вот, реальный шанс что-то исправить, у вас появится реальный шанс дать девушке, вот, ну, какую-то стабильность, да, вот, определенность и так далее. Вот. Такие дела. Конечно, не исключено, что ваша девушка действительно имеет какие-то, ну, трудности и проблемы, связанные с, вот, ну, с опытом, скажем так, интимным, ну, с интимным опытом, да, вот, это нельзя исключать, безусловно, это нельзя исключать, вот, но я думаю, что, скорее всего, по крайней мере, мне вот хочется очень верить, да, что ничего серьезного нет у нее, и что ее тревожность это просто отражение вот, ну, вот в какой-то степени вашего, ну, вашего максимализма, вот, вашего такого вот перекоса несколько вот в ту сторону, вот, как, ну, в сторону обратную. Вот. Думаю, да, если вы хотите выстраивать отношения честно и доверительно, если вы хотите с ней, значит, ну, построить действительно качественные взрослые и зрелые отношения, то перестаньте брать себе и ей, убеждать ее в том, что, ну, совершенно нереально. Вот. Мать, какая штука. Вот просто, ну, примите в некоторой степени, да, физиологу. Вот, просто примите физиологу как, ну, как определенную данность и все. Это лучше, что вы можете сделать. Потому что сейчас вы пытаетесь как-то вот идти, ну, против вообще вот там, ну, против, против природы, вот, против, против себя, против природы, вот, и я не знаю, поверите вы мне или нет, но это, бесполезно, вот это бесполезно, и это, вот, как белка в колесе, то есть это, ну, борьба с ветряными мельницами, по сути, вот то, что вы пытаетесь делать, вот, вот как-то так. Может быть, вам нужна помощь, психотерапевтическая помощь, может быть, вам нужна помощь
Вот. Но если вам нужна помощь, то, соответственно, это уже более детально прорабатывается непосредственно в индивидуальной беседе. Вот. Сейчас такой помощи, сейчас такой помощи оказать вам невозможно. Вот. Надеюсь, вы это понимаете. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что это было вам интересно. Вот. Вероятно, вам захочется посопротивляться и как-то вот пооспаривать то, что я скажу, это нормально. Вот. Ну, в смысле, это абсолютно нормальная реакция, если вам вот хочется, ну, захочется спариваться. Вот, поэтому вы можете это делать, вы можете спариваться сколько угодно, но вот, прежде чем спаривать, да, постарайтесь обратить вот, то, что я говорю, себя и честно, может быть, себе самому признаться в том, что вот, ну, что-то может соответствовать действительности. Вот. А важный момент, что делаете вы это не для меня, делаете вы это для своей девушки, для себя. Вот, для своих отношений вы это делаете. Вот. Ага. Если этого не сделать, вот, то, ну, ваши отношения, они обречены, к сожалению. Удачи вам, всего самого доброго. Я надеюсь, что пищу для размышления я вам дал. Надеюсь, что вы поможете своей девушке и самому себе вот как-то, ну, как-то вот пройти этот вот такой нелегкий, я бы сказал, путь. И я надеюсь, что дальше вас ждет только гармония, вот, только радость и только вот, ну, полное взаимопонимание. Вот. Удачи вам, всего самого доброго.